Всем привет! В этом видео мы с вами распакуем посылку с Алиэкспресса Shein в основном с товарами для организации хранения и аксессуары. Первая сумка-шоппер, которую меня попросила заказать моя племянница. Сумка черного цвета с милым принтом. У сумки две лямки, она застегивается на молнию, у нее также есть внутренний кармашек, что для меня определенно было бы плюсом, так как обычно в таких сумках у меня творится хаос, а документы, телефоны и ключи лучше держать отдельно. Для хранения я заказала несколько тряпичных корзин. Первая довольно плотная, с милой внутренней подкладкой. Также у него есть петелька, за которую ее можно подвесить, например, над рабочим столом, если такая корзина планируется для хранения канцелярии или различных мелочей, которые обычно хранятся на столе. Прозрачный пенал. Я давно хотела его себе заказать, чтобы хранить там маркеры. Мне нравится, когда они на виду, они хранятся в непрозрачных пеналах или в перемешку с простыми ручками и карандашами. Это простой пенал, довольно жесткий, но я без проблем его расправила с помощью фена. Щеточка для чистки языка. Двусторонняя. Все. Антистресс. Этот милый котичек вместе с сумкой отправится к моей племяннице, так как все-таки это она у меня его попросила. А не попробовать я его не могла. Очень классная штука. Еще два органайзера для хранения с нейтральным рисунком. Менее плотный, чем предыдущий, но несмотря на это, форма держится очень хорошо. Так что можно хранить все, и носочки, и чай с печеньками, и книги. Последнее, что я получила, это подставка-держатель для книг. Деревянный брусочек, но безумно мне понравился, как и цвет. К сожалению, мой пришел немного покоцанный, но главное, что книги он держит замечательно. Спасибо за просмотр. До новых встреч!